осторожно, тут могут быть... Thank you.
карты и ПК. Он должен быть где-то под тобой. Думаю, я нашла нервный узел, Мерк. Похоже на тренажерный зал. Дрейк? И чему же их тренируют? Можно подумать, в городе есть что-то, что еще не задавлено налогом, запрещено или взято под контроль. Что еще осталось? Мы. Мерк, доставай свою пушку. Ты же знаешь, она всегда рядом, а что? Все это тренажерный зал, Мерк. Этот проект Декар. Пиранделла Крюгер создан не для усиления полиции. Их натаскивают. Для охоты на нас, на бегущих. У тебя там все тихо? Тихо, как в могиле, только я пара птичек да лучше на черном рынке железа. Это он? Он? Парень, которого я видела в торговом центре. Только что мелькнул на мониторе на палубе корабля в доке. Слушай, ты уже достаточно сделала, а оставаться здесь лезть на рожон, так что уноси отсюда свою драгоценную попку. Ты полный кавардак. Копы узнали, что ты здесь. Уходи оттуда. О, черт!
известно об этом Икаре. Предупреди других бегущих. Хорошо. Хочу потолковать с этим. Лезть на амбразуры, малышка. Это он убил Поупомерк. Думаю, это может оказаться очень жарко. Да и пытаться пробраться на лодку своим ходом тоже слишком рискованно. Тебя точно засекут. Надо найти способ прокрасться незаметно. На кой черт им корабль? Без понятия. Может, оружие перевозят, но он как-то связан с этим Икаром. Слушай, иди сразу к палубе. Ты же там видела этого парня? Как только найдешь его, вытряхни из паскудника все ответы и сваливай. Это место просто логово копов, так что будь готова к драке. Обычные сети Айньюз будут первыми освещать это событие. Немедленно сообщаться. Подкрепление будет через 30 секунд.
Постарайся найти выход с этого уровня, пока не прибыли новые охранники Фейт. Он должен быть где-то тут. Проход к верхней палубе рядом с автомобильной палубой 6. Уходит.
me, Faith. Я пыталась тебя предупредить. Мне жаль. Тебе не стоило во все это лезть, Фейт. Оставить все, как ты оставила свою семью. С бегущими покончено. И Икар — это только начало. А я хочу жить, Фейт. Не просто выживать. Почему Пол? Его компания пользовалась поддержкой, но он совершил глупость. Стал угрожать не тем людям. Очень серьезным людям. Он и знал об Икаре. Вот почему тебя послали убить его. Выбора не было. Мне жаль насчет Кейт. Не знала, что она твоя сестра. Даже не спрашивай, окей? Я услышал все, что надо, малышка. Слушай, Крик говорит, что Кейт только что осудили. Что уже? Чудеса программы быстрого правосудия. Ее признали виновной. Естественно, признали. Конвой повезет ее в тюрьму менее чем через час. Дрейк спрятал для тебя винтовку возле здания ЦЦ. Сейчас набросаю маршрут. Все, выдвигайся. Thank you.
Нарушаю только обзор на конвой, который переводит ей. Спрятана над атриумом, но ты достанешь. В течение пуля. Вентиляционный канал. Быстрый путь к позиции для стрельбы. Господи Иисусе, что же это за крыса-то? И держи конвой в поле зрения. Придумай что-то, чтобы остановить его. Я подключаю тебя к их каналу связи. Конвой Коннорс, какая обстановка? Прием! У нас все окей. Почист.
Тройки, прием! Жми, тебе надо быстрее, твою поздно, тебя засекли. Кейт. Кейт. Фейт? Тише. Фейти, я не верю, что ты сделала все это. Я кое-чем тебе обязана, Кейт. Вот, возьми. Это Мерк, он друг. Он выведет тебя отсюда. А я пока отвлеку копов. Я обязательно вернусь к тебе, хорошо? О, боже. Мерк. Я не мог остановить всех их. Они забрали Кейт. Но я пришил нескольких ублюдков. Куда они ушли? Слышал, как они упомянули Шард. Башня мэра? Да. Черт, Мерк, я позову на помощь доктора. Это не поможет. Мне жаль, Мерк. Мне жаль. Нет, не надо сопли. Только не позволим победить. Обещаю, Мерк. Я обещаю. Спасибо, детка.